Сегодня вторник, а значит время для подведения спортивных итогов. В эфире АТВ «Танец Орла». Я Владимир Банщиков. Здравствуйте. За минувшую неделю бурятские спортсмены отличились на турнире под дзюдо, съездили на первенство по биатлону, а также попали в 16 лучших гроссмейстеров страны по быстрым шахматам. Теперь обо всем по порядку. 4 медали завоевали дзюдоисты из Бурятии на открытом европейском турнире специальной олимпиады. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. В турнире приняли участие дети с ограничениями.